Вот так вот. Вы смотрите Perpetuous Play, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть норвежский хоррор Through the Woods. Кстати, видео снято при поддержке группы ВКонтакте Through the Woods. Ссылка в описании. Ну что ж, давайте глянем, что там дальше. Давай, Карен, ускоряемся. Сын сам собой не найдется. Это просто факт. Нас тут пугали этими ульдрами. Кстати, в прошлой серии я их назвал хильдрами. Но это, видимо, сыграла просто моя корректность. На самом деле они никак иначе, как хульдры. Просто любят там, видать, байки про хульдры в Норвегии. Как бы оно ни звучало. Ясненько, река быстрая, мостик шаткий. Все понятно. Преодолели без помех. Мысли. Слышите музыку, а? Так, что там? Где там? Как там? Сейчас какая-нибудь сволочь как выскочит. А мне сюда, что ли? Погоди. Погоди. Что тут такое? Опа, снежинка. Дьявольская. Адская снежинка. Может быть, сюда еще можно? Но нет, здесь мы явно себе только ноги сломаем. Давай, давай, Карен, выгребайся отсюда, алло! Ты что? Кто ты? Да ну перестань, ты... Что это за брейкданс такой? Посмотрите, что это происходит с ней, а? Что это за виртуальный велосипед, блин? Вылазь отсюда, Карен! Вылазь! Ну же! Все, давай. Да перестань ты. Что с дела, а? Так, там что-то было, нет? Давай, Карен, давай. Сейчас вылезет. Ну, серьезно, сейчас же вылезет. Давай. Ты не можешь ни упасть, ни подняться. Это как-то странно. Все, мы выключили фонарь. Все, ты себя должна почувствовать хорошо. Давай. Да давай, Карен, давай же. Ты что? Вы посмотрите на это, а? Вы просто на это посмотрите. Обалдеть, а? Ну же, Карен! Бывает же такое, а? Вот он, ужас норвежский! Эх, чувствую, не выберемся, поэтому... А может и выберемся? Выбрались, это же надо! О, чудо! Свершилось, обалдеть! Надо быть поосторожнее на утесах. Потому что в обычной жизни люди с утесов падают. А в норвежских хоррорах они там остаются на всю жизнь. Их ждет, сука, голодная смерть. Не иначе. Аккуратнее надо быть, Карен. Тобою. А то я не то, что твоего сына не спасу твоими руками, так тебя еще и загублю. А куда мне идти-то? В смысле? О, видали, несется какое-то говно. Говно, а что ты? Боишься меня, да? Бойся меня, сволочь, бойся! Бойся, падла, бойся меня! На! Бежала. Говно такое. Оно говорит о своем прибытии своим голосиной. Ну, где ты? Походи. Так что оно себя выдает. Так, это этот дом? Ну, дом, да. Горящий. Понятненько. Ох, любит эта игра подзависнуть в каких-то местах определенных. Ладно, нам сюда. Я так думаю. Карен. Где эта тварь убежала? Так, кажется, за мной кто-то бежит. Нет? Вроде да. А вроде и нет. Опа! Опа! Это было близко. Но я не особо испугался. Надо эту тварь гнать, короче, отсюда. Поганой метлой. Где ты? Ульдра, блин, это ж ты. Я тебя знаю.
стопудов. Где? Где? Что? Бежит. Чё? Ну и что? А! Слабачка, блин. Такое дело, против мамки-то не попрёшь. Что? Что ты мне скажешь? Ну что ты мне скажешь вообще? Главное просто определиться, куда мне идти. И все. Во. Поле. Цветы. Эта сучка меня не застанет врасплох. Нет. Не тут-то было. Где ты? Я такое у меня впечатление, что я назад возвращаюсь. Нет? Ну да. Где ты? Музычка прошла. Продвинулся вперед или нет? Да. Пугали зря, на самом деле. Факел зажженный держите, блин. Фонарик хватает, фонарика просто как нефиг. Видимо, факел не обладает такой сфокусированным таким светом. Поэтому хульдры их боятся просто капец. Я представляю, если было какая-нибудь, я не знаю, джипончик какой-нибудь с этими с фарами, с прожекторами, блин. Вообще бы просто испепелили бы эту тварь намертво. И все. Ну, это такое. А если бы лазерная указка была, можно было ей глаза бы выжечь нафиг. Тоже было бы прикольно. Ну? Так, загрузились, а. Снег пошел? Похоже на избитую фразу, но я думала, что чудовища бывают только в книгах и фильмах. В наших снах, блин. Но на острове чудовища были повсюду. Та слепая тварь меня чуть не убила. Жуткая тварь из пещеры. И Эрик похитили моего сына, блин. Я хотела навредить им всем. Я хотела просто сломать им шеи, переломать позвонки. Я хотела, чтобы они боялись, чтобы они, суки, знали меня. Значит ли это, что я тоже монстр? Да! Я монстр. Я играю монстром. А я сюда пошел вот... Почему я сюда пошел? Кто знает? Я не знаю, потому что я хотел туда. Если серьезно. Ноги пошли не туда. Так, давай-ка глянем. Что здесь такое? Ноги помоем, правильно, нормально. Сапоги-то резиновые, я надеюсь. Эй, да что это такое? Это колода, блин. Я уже испугался. Это опять мы зависли. Так, здесь какой-то заборчик. И все меня подталкивает идти туда, да? Что это за звуки? Это опять хульдра балуется, а? Нет, не балуется. Не знаю. Ладно, ноги пошли, короче, туда, куда надо. Сработал какой-то мамкин автопилот кареновский. Вот этот вот. Кстати, замечательная фигня получается. Вот Карен, казалось бы. Ну, обычное такое женское имя, да. Ну, правда, не в наших краях встречается, но где-нибудь в Норвегии, в Америке там как нифиг делать. С другой стороны, Карен! Это вообще не женское имя. Это, блин, Карен, сука, да? Ну, такое. Так, открывайте ворота. Открывай ворота. Фонарем не откроешь, нет? Волчара, падла. Ворота закрыл и все, и сидит там, а? Говядина, гадина такая. Так, главное, чтобы меня не смыло. Снег идет. Надо вспомнить, что Карен-то немножечко поплавала. Одежда-то на ней не высохла особо. Наверное. Или она в водолазном костюме ходит, мы не знаем. Тут непонятно. Это, в принципе, вроде как куртка, но судя по тому, что я вышел из воды, и он сразу был сухой, то это водолазный костюм. Тем не менее, воспаление легких подхватить нефиг делать. Голову она не мочила, но и менингит тоже можно схватить тут. В норвежских краях все возможно. Куда, налево или направо? Налево, блин, или направо? Музычка пошла, значит, направо надо. О, хульдра!
Здоровецкий тебе. Привет, куда ты пошла-то, а? Да куда ты пошла? Я тебя хочу догнать и сжечь намертво просто. Где ты, тварь? Где это падла? Мысли, как она у меня сзади оказалась? Как это так? А, она здесь не одна просто. Вот падаль, а? Вот падла ульдровская, а? Что такое? Что? Что? Ну давай, иди сюда. Я тебя сожгу. Я сожгу тебя, твою мать. Падаль. Если бы ты не ревела, то я бы тебя бы и не жёг. А так ты предвещаешь свое прибытие. Тебе смерть. Да-да-да, я понял. Где? Выходи. Так, мне нужно к свету. Если серьезно, это как бы хоррор, да, и все такое. Но что-то какие-то они, эти хульдры, не страшные. Мне показалось, ли у них хвостяр есть? Вот за хвост бы потягал бы. Напоминает вот это чертило из старого фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». По Гоголю. Ну где хульдра-то, а? Я ее ждал, она не пришла. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась, не прибежала ли она съесть мои потроха. Она взяла и не прибежала. Ух ты. Кстати, да, давно ничего не читали. Есть что-нибудь почитать-то у вас? Погодите. А тут чего? Кровать. Хульдры к этим к деревням не подходят, да, боятся. Кишка тонка. Будем надеяться, что я иду по правильному следу. В принципе, игра вроде как, серьезно, вот вроде как линейная, но ЭЗ. Может быть и не линейная, а мне так просто кажется. Я сейчас забреду куда-нибудь и, как всегда, Эспина убью этим. Ой-ой-ой, Карен, прекращай. Ты уже один раз залипла. Второго я такого не хочу. Ой, елки. Что пишет? Рейдвинд. Рейдер, короче, здесь был. Рейден. Из этого. Из Mortal Kombat. Ой-ой-ой. Как здесь красиво-то, а? Гирлянда висит новогодняя вон. Давайте рассмотрим. В общем, скелет... Да, блин, Карен, ты заслоняешь. Скелет в позе отдыхающего, так себе, ножка на ножке, ручка, блин, на животике, там, почесывает себе ребрышки. Рожа довольная, посмотрите, смеется. Вот смеется он, просто доволен своей смертью. А это непонятно, что это такое, кто это такой вообще. Мужчина ли, женщина ли? Наверное, мужчина. Женщины тут, наверное, в платьях все-таки. Так, давайте-ка почитаем. Вопли. Рассказы жителей деревни. Вопли, вопли этой твари, я больше не выдержу. Звук так страшно разносится на холмах. Слышу, как она ловит птиц и зовет своего мертвого спутника. Жалуется на потерю глаз. Кажется, дозорные установила ловушку несколько дней назад. Они заманили ее к сторожевой башне кучей дохлых ворон. А когда она приблизилась, ее облили кипящей смолой. Они пытались попасть в нее горящими стрелами, но скорее у лошади вырастут жабры, чем дозорные научатся метко стрелять. Тварь не сдохла, с воплями убежала во тьму. В общем, но ее крики, если бы она не мешала мне уснуть и не напоминала о моей сердечной ране, ее можно было бы и пожалеть, как и старика Эрика и его ужасный труд. Я же говорю, Эрик-то ни в чем не виноват-то, а? Эрик-то ни в чем не виноват. Минздрав предупреждает, не оставляйте своих детей без присмотра, Эрик ни в чем не виноват. В общем, пошли дальше. Эй, зря я фонарь выключил. Просто зря. Да, дальше, а куда дальше? А, дальше туда. А тут чего-нибудь понятно? В общем, нас смоет потоками воды. Тут подсказки просто, кого ждать следующими. Я так понимаю, что нас смоет водой нахер. Ёлки зеленые, у них что-то вешается, вошло в моду просто.
тут чего-нибудь есть? Щит. А это что такое за записочка? Война. Рассказ Эрика. Сегодня Эрик нам рассказал о договоре о давней войне. Говорят, ужас Рагнарёка было Ужас Рагнарёка было страшно везде. Даже когда наши люди попали сюда, в безопасное место. Земля дрожала, огромные строения Асгарда падали с небес у горы, которую мы называли теперь горой Варгов. Фенрир убил Одина и разорил почти все миры. Остались только мы в лесу Годмира. Нас привел сюда Видар, сын Одина. Да, а Тор где был? Куда он смотрел, блин? Что молоток свой потерял. Ну, Рагнарёк, такое дело суровое. Небеса падают. Куски Асгарда на голову ломятся. Вот эта женщина. 100%. Что-то у нее ладошки-то вытянулись. Это что это? Подставная женщина? Смотрите, какие-то длинные у нее пальцы. Уж слишком. Или просто высохшие. А может быть, это замаскированная Хульдра? Мертвые лежали там неупокоенные. Забытые всеми. Да как же лежали? Висели. Качались. Когда умер мой отец, мы его похоронили и оплакивали. Я сказал Эспену, что дед теперь в лучшем мире, и чтобы он помнил, когда таким деда таким, как он был до болезни. Что такое, ребра? Кто оплакивает этих людей? Где о них вспоминали с любовью? Казалось, люди на острове боролись, чтобы выстоять столько, сколько смогут. А потом взяли и сдались. Но я же не готова была сдаваться. Не была готова к тому, чтобы Эспен стал воспоминанием. Блин, вы видали, какой там здоровенный скелет, а? У кого это такая огроменная грудная клетка просто? Непомерных размеров, необъятных. Халка Хогана, что ли, завалили там? Или этого лысого, блин, забыл как его, царя скорпионов, короче, ё-моё. Так, и вот домина, я и не заметил. Ну понятно, если в прошлой были просто трупы, здесь покончили все намного раньше с собой. Так, братья оказались в ловушке. Рассказы жителей деревни. День начался успешно. Старейшины наконец-то порешили, что варгов нужно остановить. И вот нам удалось поймать этих тварей в ловушку в ущелье. Мы отправили несколько молодых мужчин в туннели на разведку. Велев им вернуться, когда они найдут, где скрываются эти твари. Когда это было сделано, мы группой пробрались через туннели в ущелье с мертвыми козами и ведрами, полными потрохов. Мы разбросали кровавое месиво по земле в темном месте на перевале. Глупые существа почуяли запах крови и пришли в ущелье. Я не видел их прежде, и их размер меня напугали. Они были огромные, в человеческий рост, хоть и худые и больные на вид. На обоих были метки, которые, кажется, светились во тьме, когда они шли по туннелю. А еще, уверен, они шептались друг с другом. Странное сплетение, если серьезно. Мне метки напомнило, что это типа эти отражатели Эспена. Но это же не может быть. Это же все у них было раньше. Так, а этот прям в латах висит. Ну, в кольчуге. И в шлеме повис. В общем, надел свою генеральскую форму и в ней повесился. Так, вниз, что ли? Серьезно, туда нельзя? Судя по всему, нет. Что же эти твари сделали с... А, нет, можно. Что эти твари сделали с Луной? Вот серьезно. Что можно было сделать с Луной-то? Еще один домик. А там что? Сейчас мы будем разбираться, куда идти, в общем. Живописно, конечно.
Что не скажешь. Так, и это у нас что? Не видно. Рог, еще один. Бараний рог. Аскелада и принцесса. Братья, я нашел. Нашел бараний рог. Это все тот же крендель какой-то или... Я не знаю, кто пишет. Рог нашел бараний. Что это так? Оп. 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 Оп, свет поглощает. Надо же. Оп, 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 оп. Ну, прикольно, да? Можно так вечно со светом играться. Залипнуть можно на час. О, еще одно это дерево. Что с ним делать-то, а? Чего с ним делать? Ну, серьезно. Это же не может быть просто так. Я не могу ничего, ничего не действует. Ни Е, ни хера. Ни... Просто, вот Карен, скажи мне, что это за гребаное дерево, а? Инфернальным красным огнем светит и все. Ох, ладно. Бросаем это дерево. Я не знаю, что оно делает. Если вы знаете, ребят, напишите в комментариях. Буду очень признателен. Давайте посмотрим, что тут у нас под валунами. Это не ловушка ли та? О-о-о, это умиральная яма. Это явно она. Причем скидывали там сверху. Стремно, как здесь, а? И все-таки нам наверх. Побежали. Может, там какую хульдру встретим. Да сожжем ее, наконец. Так, где вход? Вот, вот, вот здесь. Главное, что ни замка, ни единого, нифига. Братья оказались в ловушке. Вторая часть рассказа жителей деревни. Когда они были заняты едой в дальнем конце, мы выбежали из ущелья. За нами закрыли все двери изнутри, заперев их в ловушке. Как они рычали, когда поняли, что мы сделали. Дверь рядом со мной вся тряслась под ударами братьев, но выдержала. Двери были... Двери могли бы выдержать и чудовищ посильнее. Теперь двери запечатаны и будет практически... И будет практически невозможно путешествовать из деревни в деревню, ведь по тропам бродят разные ужасные существа. Но братья теперь заперты навечно. Великий день на острове. Впервые за долгое время. Деревня от деревни осталась отделена... Осталась отрезана, но запечатали. Братков. А я, судя по всему, руками Карен распечатаю. И все. И будет жесть. Ладушки, пошли, наверное, дальше. А вот если бы не запечатали, то было бы все хорошо. И Карен не пришлось бы вот так вот страдать. А что, закрыто? Серьезно? Карен, да я вижу, тут нет замка, открыто все. А может и есть? Да не, нету, ну че ты? Давай! Заразы. Ладно, значит наверх. Деревья какие тут. Ядреные. Так. Редвинд, блин. Редвинд, он и в Африке Редвинд. О, здесь уже снежок лежит. Понятненько. What's that sound? Что это за звук? Действительно. Что это за звук? Это звук твоей смерти, Карен. Возможно. Блин, ну хер его знает. Может, это хульдра опять балуется. А может, и что, похлеще? Ох ты, ёжик! Нифига себе! О, господи, простите, простите, я ухожу. Я, блин, ухожу, да. Что это за херня, блин, такая? Лось какой-то конченый. Да, да, да. И что? Мне надо туда пройти, ты понимаешь? Лосяра, мне туда надо пройти. Это лось или кабан? Это кабан здоровенный, сука. Кабанюра! Давай, выходи на бой. Выходи, я тебя не боюсь.
ты меня пугаешь? Ему, у него руки растут из морды. Ну и что? А! Не-не-не, Карен, не кричи. Все, поздно. Это смерть. Сейчас мы придумаем, как обойти этого кабана. Обязательно. Какая тварь, а? Карен, Карен, я второй раз тебя загубил. На твоем счету уже смерть от троллей, смерть от кабана здоровенного. Сучонок. Не хватает на него, блин, расправы. Вот был бы здесь действительно Довокин. Вот, вот факт. Порезал бы его, как дети в школу. На шкуры бы пустил. И там на дубильно-бестанке шкуру бы это самое обработал. А так Карен, увы, фонариком ничего не может сделать. Или Ясон. В свое время он тоже кабана завалил. Ясончик бы тоже справился. Так. Ну, сейчас мы его как-нибудь обойдем. What's that sound? Да, да, это звук кабана. Дикого. Оп, сюда что ли? Серьезно? Сюда, кажется, можно. О. А его типа не обойти, да? Или что? Карен, мы с тобой нашли обходной путь. Выглядит опасно, но не опаснее, чем кабан. Он тебя уже убил. Подождите, что тут такое было? Ничего. Надо было сразу пошариться, а я так на кабана в упор. Во, мы его обошли. Тучи кабан, а? А все потому, что эти твари запечатали проходы со своими братьями, блин, улыбайками. И все, и как хочешь теперь. В смысле? Алло, кто это? Кто здесь? Тихонечко там будьте все. Карен идет. Ты на вызволять. Кабан, сука, не мог лечь где-то в сторонке, а? Да посмотрим, что в этом домике. Лег тварь на проходе, а? А в этом домике свет горит. Как-никак. Как снесла Карен двери, а? Какая собака здесь зажгла чего-то? Фонарь. Ух ты, Йорик. А ну-ка, может, что-нибудь с Йориком надо сделать? Седьмой отец. Другие рассказы. Добрый вечер, отец. Можно комнату для ночлега снять? Вот это да. Сняли комнату для ночлега и голову сняли седому отцу. Хряк, рассказы жителя деревни. Бедное создание, я знаю о нем из рассказов. Тихримнир, сошедший с ума от того, что его каждый вечер зажаривают и поедают голодные воины в Валхале. Его побег очень плохое предзнаменование. Чем теперь будут пировать погибшие воины? Я пытался подобраться к нему ночью и посмотреть, правда ли говорят легенды. Зверь спал. Я взял нож и нарезал прекрасного мяса. Его нужно есть сырым. Через время мясо превращается в кору. Вкус у него лучше, чем у обычной моей добычи. Хоть и тяжело выходит на утро это мясо. Да, видать, бомбит у тебя от этого мяса. Стоит предложить немного мяса Эрику, когда он в следующий раз будет проходить мимо. Богам известно, что у него непростая жизнь с тех пор, как был заключен договор. Несчастное он создание. Все уже начинают так жалеть Эрика. И я сам начинаю. Может, и мне от жопы отрезать у него кусок. Надо попробовать. Давайте попробуем. Или он на меня заверет, заревет и убьет нахер опять. Ой-ой-ой! Че ты встрепенулся-то? Все, все, я пошутил. Ничего не было. Все, расслабься. Ты хремнир, блин. Ну, пускай тебя и зажаривают в Валхале дальше. Че ты идешь-то за мной? Все, хватит. Вот какой, а? Не любит, когда ему жопу нарезают. А потом зажаривают ее на Валхале.
свалилось, все. О, а вот это страшный мостик, блин. Чертов мостик. Главное не рухнуть отсюда, Карен. Прошли без последствий. А вот следующий, наверное, уже будет с последствиями, да? Да или нет, Карен? Не, все нормально. Хотя хрустит он, скрипит так стрёмно. Так и ждешь, сейчас Карен полетит вниз, разобьет себе голову и все. На этом все закончится. Прикольно они здесь вкрапления сделали, конечно, из этих сказок, их мифов. Норвежских, скандинавских. Так, так, ну что, что это за звуки? Это, короче, сохранялово. Ну что ж, раз это сохранялово, то мы, наверное, здесь и сохранимся, и остановимся на этом месте. В общем, это была такая, знаете, серия очень даже хирдеры, правда, эти не особо-то страшные будут. А вот кабан, да, убить может. Может, хирдеры нет, а хульдры, пардон. Это корректность, срабатывает само автоматически. Хульдры убить могут, кабан... Хульдры не могут, кабан может. Все, в общем, злые, Карен все не любят, ненавидят. Эспина, наверное, тоже. А Эрика жалеют, видите? Вот как-то так. Ну что ж, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. И ба-бай! Ребят, я тут вообще чуть не охренел только что. Решил немножко осмотреться. Думаю, что это прикольный снег, да, который летит вверх. Осматриваюсь, осматриваюсь и вижу, сука, вот это! Это, блин, что это за нахер такое? Это что это за глаз, мать его? Просто обалдеть. Такая-то здоровецкая черепаха или что, блин? Не пойми, что это, типа... Коршун какой-то или сова, морда вроде. Это типа правый глаз лежит, смотрит на меня. Тучара такая, это просто обалдеть. Не дать не взять. Ух. Ну мы это вставим куда-нибудь туда, перед концом, наверное. Это просто нереально. Ну что ж, на этом точно все. Всем большое спасибо и пока.